тракторы в ряд ковшин очищены, но сиять им в первозданном виде недолго. Впереди большая и снежная работа. В преддверии зимы управляющие компании Самарского района демонстрируют готовность номер один. Все 9 единиц спецтехники переобули и переоборудовали на зиму. Вместо щеток – ковши и роторы. Дворики Самарского района требуют особой аккуратности и специального подхода в уборке. Район у нас очень специфический в связи с тем, что дворы маленькие, не каждая техника заезжает. Для этого мы закупили амкадоры. Вот маленькая техника, которая может заехать во двор. Не обойтись зимой и без ручного труда. Индивидуальный комплект инструментов получили бригады дворников. Район будут убирать более 70 человек. По опыту прошлых лет это достаточное количество, чтобы в любой снегопад пешеходы шли по расчищенным тротуарам. Предусмотрены работы на высоте. Чтобы избавлять кровли от снега и наледи, созданы 5 мобильных бригад. Создан необходимый запас аварийных материалов, подготовлены бригады. Подготовлен персонал, подготовлена техника. То есть это дает нам уверенность в том, что мы пройдем отопительный сезон без форс-мажорной ситуации. По итогам смотра районные власти ставят высокую оценку подготовки управляющих компаний к зиме. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.